8 праздничных украшений. Золотое кольцо с рубинами и бриллиантами. Столь популярная нынче классика 80-х подсказывает, что крупные и яркие украшения уже давно пора носить комплектами. И особенно на вечеринке. Золотые серьги-нити. Ни в чем себя не ограничивайте. Если планы на вечер, скорее всего, перетекут в безудержное веселье допоздна, пусть украшения ловят ритм вместе с вами. Золотой браслет с сапфирами и бриллиантами. Огранка драгоценных камней «Маркиз» часто встречается в королевских украшениях. А кем же еще чувствует себя на светском мероприятии, если не королевой? Серебряное колье. Носите его с вашими любимыми платьями, но также и с пиджаками, демонстрируя необычное украшение в глубоком V-образном вырезе. Серьги из желтого золота. Что-то нам подсказывает, что эти серьги даже добавляют блеска в глазах. Таковы магические свойства желтого золота, за которые человечество боготворит его веками. Золотой браслет с аметистом. Зимой мы носим меньше пестрых нарядов и сочных оттенков, но цветовой запас украшений не должен иссякать с приходом холодов. Золотая брошь с бриллиантами. Одного маленького украшения будет достаточно, чтобы заставить цветовые блики играть на вашем наряде и даже под покровом ночи. Золотые серьги с фианитами. Фианиты – яркие камни для ярких жизненных моментов. Но что же еще делает эти серьги такими неповторимыми? В ковке украшения использованы черное и желтое золото.